И всем привет, друзья, с вами Алекс Мейкер, Хамстер Дэд, это Арка. Да, Арка, побежали. Я загнал как-то Раптора, короче, и это просто круто. И тут опять эти баги, лаги, фиолетовое, все, все красиво. Нет, чё, да все красиво, нормально. У меня сегодня небольшая статистика будет в углу. Вот. Вот так работает 8-гиговая RX 480 в Арке. На средних настройках, с очень плохим процессором. На процессоре говно. Да. Ладно, что нам? Камень нужен, дерево, солома. Блин, у меня топор дело. Там, наверное, уже ресурсы... Да, кстати, насчет топора, давай, ну, уже у нас железный век начинается. Какого? Да, времени? Надо уже потихонечку начинать все это дело, ребятки, мочить. Поэтому. Оружие, ближнее, одно копье, один топор, все. Я король, я чемпион, победитель. Да охренел, а мне сделать, нет? Тебе по губе. Так, я обнулся. А тебе по губе. Ресурсов нету, знаешь каких? Дерево. Сейчас будет все. Это называется мега-гипер-супер-удар. Надо какашечку. Железного топора. Пах! И там... сразу там, я не знаю, пол. Да сраный черный треугольник. Блин, вот куда я лезу? Спрашивается. Так, давай сюда. Значит, оружие, ближний, бак. Это ж копье, надеюсь, не сломается. Нет, сломается. Тоже может сломаться. Да, но, во-первых, из-за того, что оно железное, оно, у него прочность, оно ломается не так, как вот эти копья, знаешь, просто брык и исчезло. А, его можно починить? У него индикатор, да, его починить можно. И, кстати, стоит намного дешевле, нежели сделать новое копье. Ну вот. Та-т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 а. А нет железной? Да, нужна броня, а железной этой нету. А вот. О, слышь, Лёх, быстрее иди сюда, смотри, как эта хрень сдохла. Где, куда? К воде беги. Бегу. Красава. Ты уныло? Да. Смотри, я чемпион. За пятку прям его. Туговато за пятку ты его. Да, ну ладно. Так. Что я вообще хотел? Трайка нам надо ручнуть. Трайка. Ой, я не тут, кстати, открыл что-то. Лук. Да, что лук. Я лук тоже. Вот так. Бодейка, а потом как будет. Лук. Короче, что я хотел? Да, у меня лук есть. Я хотел вот что. Хотел дерево я забрать, валов. Короче говоря, рез. Металла прям. Ну, блин, придется. Посмотреть. Ох, нихуя себе! Ёбаный стыд. Иди сюда, Лёх, быстрей. Да вот ты говоришь, иди сюда, как будто я тебя на карте. К дому, вижу. к дому, быстрее. Здесь этот. Альфа-самец. Альфа-раптор? Да. Он нас сольёт. Не раптор. Вот это залупа как. Я ты ёпта! Лёха! Сольёт. Помогай, блядь! Все, убил! Да беги! Да, это был альфа-раптор, сука. Воу! Все, я труп. Как он здесь нарисовался, урод? И мой геймпад начинает вибрировать. Жопа. Да все, он нам сейчас все разорвет. Возродится на кровати. Я только на твоей кровати возрождался, Лех. Почему-то. Убивай его, просто божи! Где он? Битва да... на я иду, блядь! Где он? Твою мать! Птичка! Тут птица летала, еще и бедила ее. Жесть! Мать твою. Отдай мне свое мясо, мудак. Первосортное мясо, блядь, ебать.
Знаешь, у нас Раптору я сколько вкачал уровней? Да, Артеновича, у него теперь дамаг 220, считай. Посраться, встать, не встать. Подожди, это что, у меня птица уничтожила, что ли, или что? Да встань. Она встает и сидит. Да. Она 20 уровня. Она один уровень у меня апнула. Подожди, а где мои вещи? Ну ищи, где помер. Я не помню, где я помер. Вот это? Это? Лёх, каменная стрела твоё? Нет, ты. Это твоя каменная пятка. Так, подожди, а где я на сдох? Вот он я. Посмотрите инвентарь. Лёх, я больше уровня апнул. Взять все, в итоге мне все поломали к хренам собачьим. По-жесткому. Бля, благо он только стены сломал и не полез ни на что. Да. Это было печаль беда. Шо этого бомжа есть? Шо это? Изготовления всякие нахрен нужны. Хитрить. Жесткое место, слушай. Надо будет нам, по всей видимости, все-таки ограждаться колючей этой стенкой. Пидарас ебучий, откуда он приперся вообще? Небрежный предмет, тканевые ботинки. Причем, смотри, у них либо какой-то этот, они уникальные типа. Не знаю. То есть эти просто вот белым написано все, а здесь типа зелененьким вон вес. А, не знаю. О, прикольно. Ладно. Так. Блин, перевес-то. Надо металлчика закинуть. Где мой металлчик? Вот он. Пусть закидывается, пусть плавится. Фух, мазов пока. What the fuck, bitch. Это было жестко. В натуре. Так, ладно, а что? Надо дерево добывать, надо... Кстати, знаешь, что могу сделать? Ну? Смотри-ка. Блин, у меня крашка фрезает. Опа! Ну что ты там заснул? А, я не заснул, делаю эти... стрюлы. Хороших делать. Сейчас, погоди, пошли дерево добывать. Там... Вот мне волокно и солома, блядь, нужны. Я куда-то сюда выкладывал солому. Я сзади. Я видел где-то. Отстройся от меня. А где ты? А, ты этот сделал себе. Угу. Сейчас я доделаю до конца. Ладно, все, я пошел добывать дерево, короче. Просто 3-4 удара, дерева нету. Сотку. По красоте душевной. Так, ладно, а нам нужны камни еще, да? Нам нужно, да, нам нужны камни. Короче, я сейчас беру какой-нибудь сундук. Блин, тут мясо, кстати, до хрена. На самом-то деле. У меня первоклассного мяса, да, жопа тоже. Так, это я скину, это скину, это скину. Это я оставлю на всякий пожарный, так уж и быть. Это скину, это скину. Что нам там нужно для фундамента каменного? Ну-ка. Точнее, сколько всего требуется? Камень еще нужен. Камень, дерево, солома, да? Значит, мне дерево есть, волокно мне не нужно, солома есть. Так. А как одеть, слышишь, Лех? Кого? Скин. Какой скин? Все, одел. Хрена себе, тут деревья прочные. Обосраться просто. Я его даже не вырубил с пару тычек. Хо-хо, еб... У меня первоклассное мясо тухнет, Лёх. Чё делать? Неудачник. Жари, жари, чё уж. Либо вообще срать на первоклассное это мясо. Вот зачем? Зачем я добываю? Мне нужно больше... А это что там требуется для наркотика, Лёх?
Да, наркотик, тухлое мясо и наркобери. А, точно. И наркобери. Друг мой, наркобери. А почему только три? Так, ладно. Опа, пошло, пошло. Так, сколько я делаю? Два фундамента, отлично. У меня еще левел ап, я качаю жизни. Надо еще качать урон в ближнем бою. Так, чё, погнали? Так. Восьмерочка. Так. Бамч. Восьмерочка. Бамч. А теперь, что нам три... Наверное, солому мне сейчас скажут, да? Сейчас мне скажут, я более чем уверен, солома нужна. Да, и солома нужна. Да, вот ограждаться нам по-любому придется, слушай, если эти черти сюда лезут. Что там еще? Дерево, наверное, да, надо. А как поменять стрелы, допустим, с обычных на наркотические? Берешь, перетаскиваешь их на лук, и таким образом ты их все, окей. Сжаешь. Я понял, понял, понял. Угу. О, есть такое. Так, так что? Камень нужен, блин. Иди на этот. На к воде, тут камни, жопой, жуй. Я ж собрал сколько. Солома есть, железо немножко. Сука, как, прикинь, как надо. Да у нас камень, вот он просто, тут есть, его можно раскопать, а здесь какую-нибудь пристройку сделать. Ну, камня меньше добывается, конечно, чем дерево. Дерево его там вообще 4 раза рубанул, блин, все, у тебя весь инвентарь забит просто. Да, у меня вот есть. Пацаны, не балуй. Дерево. Так, сколько я смогу? Три фундамента. Блин, а чё так мало? Понимаешь, ли солома прям так жестко нужна? Давай сейчас узнаем. Нет, камень. Лёх, хочешь охренеть? У меня мясо разом все протухло. Круто. Просто разом все. У меня не там сколько, стаков 10 было, и разом все протухло. Круто. Сейчас, Лёх, я тебе помогу, тут докину тухляшку, чтобы это... Так. Ну да, неплохо было бы. Так, теперь... Так, всё, я вырубил к хренам этот камень. Сейчас, где здесь у меня этот поддон? Эти стены, что ли, какие-то? Так. Стены нужно делать, Лёх? Стены? Может, давай я тогда пока стены буду делать, а ты пол. Ну давай. Хотя знаешь, что можешь сделать? Стенку там доделать, наверное, или ты доделал уже? Нет, дырку. Сейчас. Вот дырку заделать, короче говоря. И знаешь, что ты можешь потолок начать мутить? Не могу, нужен этот. Как он не может поставиться, тут нужен пол. Пол. Сейчас будет пол, погодь секунду буквально. Сейчас я пока. Еще два фундамента. Найду. А в пол... Ой, потолок как делается? Все, сделал я пол. А потолок там такая каменная хрень. Ну там тоже камни типа нужно, еще какая-то дичь. Подожди, а он откуда забежал? Он с арки забежал или откуда-то сверху? Он был сверху, оттуда. Вот козел. Надеюсь, мы больше его не увидим. Но мы его жестко, да, зафигачили? А и он нас жестко зафигачил. Не, ну это ладно, но как мы его потом красиво... Лёх, каменное перекрытие? Давай я... Нет, там перекрытие, да? Вроде. Давай я попробую сейчас его... Я тебе скажу сейчас. Смотри. Да, каменное перекрытие. Оно? Да-да-да-да-да. Только не полностью все надо заставить. Надо еще. Давай сразу сделаем, наверное, лестницу. Да, сделай лестницу, потому что камень 200, дерево 100, солома 7. Твою мать. Камень жестко. Нужен. Камень. Я тогда на берег жестко, пойду. Жестко. Камень, Лёх, в принципе, вот он есть. Так не что знаю. Можно его здесь фарбить. Обязательно потом именно наркотой вкармливать, чтобы они были? Либо эти тоже пойдут? Кого наркобери? Ну, любого животного. Можно и наркобери вкармливать. Да они все равно ручаются быстрее, чем приходят в себя. Я так... Ручать их по 2 часа. Так, древо нужно.
А что там, вот у меня железочка есть. Вот, и давай урон в ближнем бою, чтоб прям как мочкануть со всей дури. Кстати, если ты на побережье пошел, возьми где-нибудь там, может, сотку или там, ну, сколько сможешь унести железной руды. Хорошо, сейчас. Нашей этой фигни. Сначала от камня избавлюсь, а потом заберу. Ой, я дурак. Отменить нельзя было. Камень. Нам нужно камень. Ладно, окей. Вот, Лёх, ты выкидывал камень, а теперь у меня его не хватает. Кого я выкидывал, слышишь? Ты. Вот он, камешонок. Ты. Знаешь, кто ты? Я тот, кто делает, сука, перекрытие. А я тот, кто ковыряет этот долбанный кирпич. Задолбал. Блять, солома, да то камень, то солома, то камень, то солома. Так, 200. А все, наверное, мы сейчас мочканем лесенку. Давай. О, я еще и какнул как раз. Знаешь, какнул и быстрее бежать стал даже. Бежаться легче стало. Турбо ускорение. Угу. И сейчас я железо. Ну-ка, соломы не хватает, да ты шутишь. Говнюк. Соломы ему не хватает. Сейчас я дам тебе солому, жопошник. Сейчас я тебе дам солому. Что у меня вон тухлое мясо есть до хрена. Что, а нужно наркобери? Якобы с понтом дело, да? Лёх, у нас какашка тут пляшет. Да пусть пляшет. Сейчас все будет. Ну и что, опять не хватает? Нет, дай побольше соломы наковыряю. Камень и солома нужна. Камень и солома. Отлично. Дерево, солома нужно. Все. Больше пока ничего нам не требуется. Блин, я пить хочу. Ну-ка. Попили. Хотели пить, попить. Ух, ни хрена себе, я соломы тут нафармил. Обосраться. Просто. Ты уже сделал, чтоб я бежал? Ну я не знаю, куда можно поставить ее, чтобы она не мешалась. Вот так, наверное. Ну все, камень кончился, я добыл. О, слушай, в идеале. Да? В всё, идеале, я бегу. Прям как. Ну вот и у меня в идеале. Мастер, просто мастер, бесспорно. Так и тогда, да. Подожди, что? О, вот он, вот он, вот он. Камень, нужно дерево, так. Камень, дерево скидываю. Фундамент один ставлю. Вот сюда вот, наверное. Под печечку. Лёха, а что жрут эти? Кто? Летающие птеродонты. Мясо. Сука! Тут где-то как мясо. Как бы то было не странно, но мясо. Мясо в сундуке, кстати, до хрена мясо. Вот оно, мясо. Давай, мужик, сейчас. Мертв, все. Исчез. Тушка твоя исчезла прямо у меня на глазах. Да? Такая 3, 2, 1. И так, знаешь. Все. Матушке земле ушла. Тушка твоя. Что-то он не хочет приручаться. Серодонт? Да. Может, очмо ягоды все-таки жрет. Я, короче, все закину. Может быть. Но я все... просто давно его не ручал, они меня не особо прикалывают, но он калечный до поноса. Вам жарко. Так, надо еще. Так. Что ж мне делать, а, когда мне жарко? У, ни хрена себе я. Что-то Steam... слишком. Стимберри. Там-т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 ам-
Блин, ну а чё он хавает? Ну он либо ягоды жрет, либо что-то одно, короче. О, есть, все, вошло приручение. Не знаю, что он жрал. Я ему вроде... Мясо, наверное.
Не знаю, я ему скажу. Они, по сути, они жрут мясо. Я не знаю, почему они улетают, но они, по сути, хищники. Как плотоядные должны быть. Хищники. Бля, я надеюсь, даже... он приручит. Ну, знаешь, типа, может, они как рыбу жрут, у них-то видишь, какие зубы там. Обсидиан. Ты просил железо, да, тебя присобачить? Да, принеси, а то там, может, тот догорает почти, там, Децл остался. Сука, я перегружен, до хрена. Да я тоже, знаешь, как мне весело вообще по два фундамента скрафтить, блин, это прям вообще обосраться. Не хватает камня. О! Усиронься. Своим камнем называется. Что тут? Да оказалось? Ну, он сейчас это... выйдет. А да, он не он половина приручения и все, и он меньше половины уже без сознания. Ну, наркобери пособирай его, покорми наркобери вручную. Все. Жри давай. Ну приручивайся. Ты хайдокин. Так, есть. Еще два фундамента, отлично. Цементная паста нужна будет, 30 камня. В принципе, неплохо. Так, дэмэдж до 160, скорость передвижения надо до 150 еще догнать, тоже как важный аспект. Так, я несу. Ай, обезвоживание, вот твою мать, а был рядом. Ну ручайся, скотина, я хочу. Я тоже полетать. Пить хочу, я тоже пить хочу, ротяника. Это как будто ему клизму засунули куда-то. Блин, еще фундамент один нужен. Нет, два, три, четыре, еще четыре. Так, я пить несусь. Нифига! Можешь его побить, чтоб он это... приручился. Можешь побить, но я не знаю, приручение слетать, наверное, будет. Не бей только тогда. Ладно, я пойду сейчас железо закину, может быть, он приручится за это время. Все, потолок я могу ставить, да? О, он ручнулся, все. Ручнулся, да? Ага. Тебе засчитали? Ну да. Да ну почему? Да... Бред, я ебал того рот. А все равно приручен пупырка про. Просто я его мог обозвать как-то и все. Нет, то это к тебе. Это Ой, нет, это племенной. Не забывай, если мы в племени, тут все делится на племя. Тут нету твое-мое. Тут есть общее. Хочу мое-твое. Сейчас, подожди, я его ручу, это... отзову, пусть он сядет. Ну ем... падла. Вот, он возле камня будет сидеть, слышишь? Ща я нам, ага, это... потолки в комнате сделаю, как раз идеально. Ага, окей. Так, сколько 50, тут, блядь? 116, 58, 88, вот, нормально, почти сотню несу. Главное, чтобы его никто не сажал, но тут вроде никто не шарится, поэтому... А как у него для него седло называется? А, птеранодон или как-то так. Седло там для... можешь в фильтре есть. Написать вижу, по-русски вижу. Пте и там... Нужно будет. Кожа и хитин, кератин. Ну, хитин, кератин, либо то, типа. Я понял. Ой, я жрать хочу. Только сейчас увидел, смотрю, что-то, блин, мигает все. Этот козел жрать хочет. Жрать он хочет, понимаешь ли? Я кожу много скидывал, где? Кожа там все. Все у нас, родной ты наш. А куда ты его посадил, Лех? Он там на камне сидит, возле камня сидит, но ты увидишь. Он там не лазит, ничего. Может, он летает? Нет, не летает. Я его отозвал от себя. Он бы за мной летал. Так, мы уровень. Я хотел еще вот эту фигню. Нам камень, дерево и кремень нужен. Камень. Все, камень и камень, долбанный. Ну что, Лех, первый полет мой. Давай. Да. Что? Посмотрим. Не, я пока над землей парю, подожди. Нажми правую кнопку мыши. Полетели. А он тебе ты. Да ладно.
Подожди. Что ты приземлился? Чё ты? Ну я... Полетели. Я не умею, как им управлять? Ну, вперед, назад, лево, право, мышка. Нет, он не летит. Нашел. А, он у тебя перегружен, ё-моё. Так что сбрасывай. Перевесься. На правую сбрось. Все. Все равно он в перевесе. Какого? Ну все, ты на нем сидишь, твоя жопа жирная. Он из-за тебя перевешен. Все, 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 Лех, все. Да ты там летаешь вверху, нет? Нет, я лечу за тобой, чтобы тебя хватануть. Вот это скорость. Все равно не хватанешь и быстрее. Да Лех задрал. Давай, хватай. Куда ты меня под текстуру унес? Нет, ты тяжелый, он не может. А, давай через правую. Все, видишь? Ладно, давай я. Это мой первый. Фигня. Это мой первый полет. Я не знаю, как игра будет сейчас работать. Главное, чтобы на большой высоте тебя не выкинуло из игры, иначе это будет сугубо печально. Ну все, пошло проседание до 17 FPS. Да? Да. Это печально. Ой, он падает, Леха, что делать? Ты, он, наверное, выдохся у тебя. Он присесть хочет. Так, подожди. Это весело, иначе мы опять отклоняемся от всего. Мне нужен камень, мне нужно дерево, все. Камень, дерево, дерево, камень. Трайка надо ручать и его загружать всем этим делом. Лёха, он у меня в деревьях застрял, что делать? Ну, не знаю. Молиться, чтобы вылез он оттуда. Он сейчас отключится, Лёха! Ну все, жопа, офигенно просто. Полетал. Ну, забирай, значит, с него этот... костюм. Так я навернусь же. Так ты спустись вниз. Я не могу! Ну, не знаю. Значит... Он меня скинул! Значит, Аллах Акбар. Этот ублюдок меня скинул! Я не дойду далеко. Так не надо было далеко улетать, кто тебе виноват? Ну, недалеко, я имею в виду, я за хребтом там нахожусь. Забежишь, ничего страшного. Все бывает, когда ты первый раз. О. Не, Лёх, все, хана. Прикинь, я застрял, все, в лестнице. В лестнице? Да, все, я обосрался аж. Нет, вон, высосался. Ну вот, только что. Зато ты больше не невидимый. Голожопый, голодранчик. Да, только мне себя бы еще найти. Кстати, он походу сдох. Да? Угу. Ну ладно, вдруг обручнешь потом. Угу, я сейчас все вещи свои просру. Блин, значит, эта игрушка фрезать начала, малец. Неприкольно. Главное, чтобы на меня сейчас никто не напал. А я не найду, все, я не знаю, где я... умер. Не, я примерно знаю, где я умер. Вот вода. Ой, зачем я это делаю нахрен? Вот так, вот так, вот так, вот так. А, все, Лех, слышишь? Ну? Благо у меня вафля сидит около моего места. Ага. А, та? Да. Маленькая. Да. Я понял. Я так и понял. Вы перегружены. Я ни хрена не перегружен, не надо мне тут сказки эти читать. Кого читать? Сказки. Вот она, это чмо. Что ты тут села, гондонина, блядь? Так, все, у меня готов пол. Осталось от тебя дождаться потолка. Я сделал. Точнее, второго этажа. Так ты не все сделал. Ну да. Че вот тут вот ты не сделал? Еще не надо мне тут заливать.
Стой! А, все. Прикинь, слез, а он дальше полетел. Он там на втором этаже сидит. Так, значит, перекрытие. Мне не хватает дерева. Где ты там? Как обычно, камнем. А? Алло? А? А, где? На заднем дворе. А чё, ты мне хотел что-то дать? Я не знаю даже. Наверное, нет. То я иногда забываю смотреть, что мне открылось. Зажги огонь в своем сердце. Так, давай. Рептилоид, дай мне мясо. О, так, композитный этот, отлично. Кто-то около меня лег. А, нет, да, показалось. Наверное. Но я тебя не узреваю. На заднем дворе. Нет, рычит какое-то чмо около меня. Да какой рычит? Ёб твою мать! Ты будешь моем. Нет, 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 Рыгонь, не трогайте его. Да харе, умри. Спишь? Да нет, ну я не имел в виду умри, скотина. Ты убил его, Лёха. Я его вообще не трогал. Не гони, блядь. Ты началось, началось. Убил. Я мясо соберу, кожу соберу, но я его не убивал. Да ладно, я верю, я шучу. Блин, я его вот это, я в шутку сказал ему умри, он сдох. Ну ёбаный стыд, сука. Ибо я пантеру проебал. Молодец, все равно она конченая. Да у тебя все конченые, у тебя любой дракон. Нет, Барсик будет покруче волка, но все равно он конченый, надо Мишу ручать идти. Ну Мишу. А Миша там железный сет нужен, и он, его ручнуть очень тяжело. Вот так-то, вот так, вот так-то, вот там. Сейчас я доделаю крышу и все тогда. Та-та-там. Давай доделывай крышу. Я что-нибудь посмотрю, что еще можно сделать. Подожди. Можно начать делать станок. А, ну станок в кузнице, да? Ой, в этой, в кузнице. Сейчас зря несу. А, цементная паста, кристаллы, нефть. Ну да, тут довольно так, да. Кристаллы, нефть. Ну давай, где у нас тут кристаллы? А у нас кристаллы там, да? Я даже знаю где. Именно там. Угу, именно. Имя любимое мое. У Лёхи сегодня игривое настроение. Ну я ж не ты. Нетик самый. Ты убил ее! Значит, ты все-таки убил, говнюк. Не убивал я ее, понял. Так, она сколько сама. У меня, подожди, у меня... Она сама? А я она не хочу, кстати. Нет, я ее реально не трогал. Так, 9. Просто слишком хладнокровный, поэтому у тебя все дохнут. Нет. Все, потолок есть. Точнее, да, второй этаж есть, вот. На стенки мне не хватает. Надо будет колючки делать. Я не хочу, чтобы ко мне опять альфа-раптор, блин, наведался в гости. Мудак. Угу. Тот еще. Все, редкостный. Давай. Это с него дали черепок? Да. Трофей типа. Что-то я еще хотела, вот я шкуры хотел. Кстати, можно еще нефть, еще шкуры. Я сделаю, я сразу сделаю для станка эту бензин. Брык-брык, что там еще требуется? Ну-ка, постройки, создание, цементная паста, селитра, нефть. Блин, неужто ли нефть нужна реально? А у нас кое-что кончилось. Дерево. Тебе надо дерево дать? Надо новое заслать. Нет, у меня есть дерево, все.
Я имею в виду, у нас закончилось в этом. В чане в нашем, в Казани. Вы! Печка. В пучке. Печка, печенька. Так, еще раз смотрю. Селитра, цементная паста, нефть. Так, нефть. Закидываю. Нефть есть, отлично. Так. Цемент. Так, селитра. Так, а что нам туда нужно? Нам нужно туда камень, да? Камень, 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 камень. А есть у нас тут камень, да? Есть у нас камень. Тут отлично. Закидываем. Угу. Тут кое-кто, блин, тухлятины позакидал. Подожди, подожди, я сейчас переправлю все в наркоту. Все. А как вот, допустим, наркобери больше собирать? Наркобери трайк нужен. А как он выглядит? Такой рогатый. Который на... Ты не знаешь, как трицератопс? Да, трицератопс выглядит. Знаю, вот он... дерево. Он бегает на опере, блядь. На опере? Да. На опеле. На этом. Да. Волокно, дерево. Так, волокно есть, дерево тоже. Где волокно, мать его, вот оно. Так, отлично. Все, давай тогда, отлично. Да погодь ты. Серии. Доделаешь все. Нет, все надо сейчас доделать. Так, и цементная паста. Хитин кератин нам нужен, так. Чтобы он тут был в большом объеме. А че трайк ест, Лех? Трайк ягодки. Ягодки. Иди сюда, ублюдок. Он же ж у нас мяу. Теперь камень требуется. Да вы охренели, что ли? Я постоянно что-то просил. Какой он быстрый, чу. А, он застрял. Ты в дереве застрял, мужик, что ли? Наверное. Он в дереве застрял, прикинь. Ну, бывает же, не огорчи ничего. А сколько ему... Транквилизация, сколько в него надо садить? Не знаю, главное, не убей его. Как завалится, так и значит, все нормально. Не, ну я понял, я две стрелы в него всадил, он все еще стоит. Ну, еще, значит, стрелы три всаживай. Я ему в глаз попал прям. Ты где? А, вот он лазишь. О, кстати, ты не невидимый. Прикинь! О, нормально, красавчик. Все? Угу. Мы упали. Ягодки, ягодки тащи. Тащи ягодки! Все. Что все, неси. Все, я в него всадил уже ягодки. Он жрет, все, ему этого достаточно. Будет сейчас приручиться. Вон стрела, кстати, я ее забрал. Да? А, их можно же забирать, точно. Сейчас я в кое-кого засажу. Кстати, этот как-то активнее приручается, чем птеродактиль этот сраный. Да, наверное, не голодный был. Ух, ни хрена себе, у меня тут это, мигают эти черные хрени. По экрану, жестко, жестко. Наверное, поэтому и ты периодически невидимый бываешь. Не знаю, если надо под настройку сделать, чтобы еще летать можно было нормально. Ага. Хотя бы FPS 20, да. Чтобы было. Это да. Ух ты ж, ё-моё, дождичек. Дождичек. Можно, кстати, каменную эту хрень сделать, колодец. Нам цементная паста 5 штук нужно и камень. Скажешь, так. Как он будет уже приручаться или что? А, да я вообще-то хотел убежать. Ну ладно, давай я постою. Да я пойду и сделаю эту хрень. Там как раз для Давай. Цементной пасты нужно будет. Я сразу сделаю. Ручнем его, вон, загоним в наш загон и на этом закончим. Серии у нас, конечно, дай боже, здоровые получаются. Ага. Зато мне... интересные. Зато мне 4 часов не хватает, чтобы их отрендерить. Так, ты меня сбил с мысли. Ты там делать хотел с пастой что там? Да, цементную пасту хотел делать. 5 штук как раз надо. А если еще вот так сделать, то еще 6. Просто. Так, я бегу. Давай, он почти. Осталось еще 2 укуса, и он. Ай!
Слышь, около нас там зеленая какая-то лабудень, не? Наверху. Не знаю. Наверху, но она почти вроде спустилась уже. Да пофиг вообще. Да вообще пофиг. Давай, жри быстрее, мамонт. Я его еще знаю, как назову. Mm-mm. Как, говори. Я уже назвал. Вообще-то трайк в ожидании нового имени. Все. Ну говори. Я уже назвал его. Ну все, говори, отмену. Я назову. Отмену жми и все. И будет он трайком. Нет. Увидел? Угу. Поехали. Ладно, подожди, надо забрать второго. Иди отсюда, крылатый хрен. Фак, в перевес, что ли? А что ты в него запихал? У тебя перевес? Ну я не могу на нем бежать. Ну это у тебя перевес. Я на нем не могу бежать. На, беги на этом, у него 400, так что нормально будет. Блин, ты опять невидимая башка. Да? Угу. Ну это Гоги. Нормально. Нормально. Тю-тю-тю. Дерево. Смотри, он там очень задыхается быстро. Он обосрался. Лёх, тут за мной кто-то охотится. Кто? Я там слышал, кто-то рычал. Сейчас найдем его и... окнем. Побегли. Тебе показалось. И вот так можно еще так прям. Welcome to my home. Все, загоняй его тут. Вон, фукай на него, слази. Все, пусть стоит. Блин, ты его... Я вообще-то его остановил. Нет, ты его как раз позвал с собой. Все, я их поставил, вон, все. И Микки подвинулся, видишь? И ты его сейчас спалишь. Да, ничего, что трайк за тобой бежит. В смысле, я его поставил? Нет, все, он за тобой бежит. Все, сейчас. Все? Не знаю, наверное. Будем надеяться на лучшее. Вот он, а ты хрен. Куда? Он же там стоял, че он? Интересно, он трайка хватанет за жопу? Ты чё? Он не взлетит. Все, давай, залазь. Да, ну вот насчет того, что в доме идет дождь. А, нет, в доме не идет дождь. Все, он вон там наверху у нас будет, если чё. А я думал, где я не вставил, а я на входе не вставил. Ладно. Всем спасибо, ребятушки, за просмотр. Так, давай сейчас для комфорта вот так сделаем. Вот. И надеюсь, что вам понравилась серия. Также не забывайте подписываться на наши каналы, ставьте лайки, оставляйте комменты. Ссылочки на все в описании под видео. Ну а с вами был Алекс Вейкер, Хамстер Дед, Арочка. Какой там, пятая серия третьего сезона. И всем пока. Всем пока, ребята.